Приветики! Вы на канале Китов. И сегодня мы будем строить... Ты так промелькнул, что это капец. Да. Всем привет. Сегодня мы будем классные дома строить. И посмотрите. Стрельнул вперед, стрела назад полетела. Да, и вот. Посмотрим, кто круче построит дом. Ну что, ты готов? Нет, конечно. Вова будет строить. Вова. Владимир. Сейчас построим. Давай. Я даже не знаю, с какого блока строить дом. Я вообще даже не это. Сейчас какаху построим. Давай. Я не знаю, я вот что применю. Раз. Блин, я даже не знаю, что брать. Да. Возьму стекло, возьму такое, возьму дверь и возьму какой-то забор. Темный. Я тебя бью. Да, это наш Мяу Геймер, только у него новый скин и новый ник. Да? Конечно. Конечно. Ну, я пока начинаю строить домик, а ты там делай, что хочешь. Блин, я не знаю, что взять. Что взять? А что взять тебе? Да, не знаю, что взять. Сейчас возьму. Ты томная древесина. Древесина. Ты большой домик будешь строить? Ну, не такой. Я хочу, чтобы там еще сделался механизм. Представляешь? Ну, если у тебя не получится механизм, если ты, например, захочешь сделать, то я тебе могу помочь. Не надо. Нет? Будешь сам? Или не будешь. Сам буду. Механизм. Срать? Зачем? Не знаю. А зачем? Ну, я позже сделаю, как бы, когда уже сделаю. Ты чего возле меня летаешь? Иди. Смотри, что ты строишь. А, да, посмотрел. Да. Теперь лети. Все, улетел. Куда? А, понял. Самое нудное, это поменять пол. Ага, да, кстати. Так. Что значит? Так будет нормально. Помните ту лестницу механизм? Вот я ее сейчас построю для своего домика. Если кто не смотрел. Мяу Геймер, ты смотрел? Володя. Смотрел? Храм ее так называют? Нет, не смотрел. Смотрел. Ну, конечно. Если посмотришь. Ну, ты можешь там посмотреть, короче. Смотрел, конечно. Да, когда интересно. Ну, конечно же, смотрел. Короче, я тут... Вот, по-любому делаю. Ты раньше не закончишь. Не знаю даже. Сомневаюсь. Ну, я тут строю, короче, так. Тупенько, да? Нет. Ага. Что значит ху? Кстати. Кстати, да. Тут шоколадный такой цвет будет. Да. Я забыл кое-что. Так, чуть-чуть не туда поставил. Чуть-чуть. Только сначала не смотрим наши дома, а потом посмотрим, когда закончим. А то будет нечестно. Да. Так. Вот такие так. Нет, не так. Нет? Вообще так. Не так. Ошибся вообще. А. Вообще. Сейчас тут сделаю какой-то, ну, классный дерьмо. Стекла, наверное, в последнюю очередь поставлю. Давай. Оп.
дальше. Уже ночь. Офигенно просто. Вот другое дело. Стопол будет светиться. И то хоть что-то радует. Тебе ничего не радует, нет? Короче, сейчас приступлю к механизму. Сейчас еще вам повторю еще раз, как его строить. Если я не забыл. Конечно же, я не забыл. Так, да, все, у меня есть все, что нужно. Ну и как бы поехали. Что ли? Так, сюда. Еще подальше нужно. Блин, не так поставил. Вот, теперь другое дело. Я лучше пока что ничего не буду говорить. Вообще. Хорошо. Я тоже заткнусь ненадолго. Нет, лучше говори. Мало. А то всем будет скучно. Вообще. Смотрите, какой говно мы строим. Ну, не знаю, наверное, нет. Так. Так, стоять. Да. Вообще говно построил. А не все ок. Все ок, все ок, у меня все ок. А у тебя что там? Не, нет. Так вот. Вот. Так вот. Сюда по. Там крипер. Ну, ладно. Я помню этого гада, который меня тогда в летсплей взорвал. Ну ты по-любому смотрел. Да, естественно. Ну да. Так, отлично. Что отличного? Ничего. Нет, вообще? Нет, нормально. Блин, а, ну ок. Капец, просто мимо меня прошел. Офигеть. Ой, еще и слизь, зашибись. О, хорошо, что я с собой меч прихватил. Блин. Извиняюсь за эти вот хрипы. Так, о, слизь. Ну куда ты ко мне в дом пошел? Где сразу мелкий? Я не вижу этих слизней. Ну хотя люблю, потому что они дают эту фигню для рец, ну, для этого, для поршня липкого. Для поршня. Ну да. А с обычного поршня ничего не сделаешь, кроме как. Что, кроме как? Кроме как какую-то хрень. Ну да. Так, 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 так. Так, что бы лечь? Возьму вот это. О, по-моему, все, сейчас я еще подниму на один верх. Че? Не, ничего. Не обращай внимания. Ну ок. Сам с собой. Да не. Ну а кто не я же? Ну я хотя тоже с собой. Где же установить мне рычаг этот тупой? Тут так прям в этой бьете блоки вот видны, что вообще жесть. Да, рычаг. Да. Уху. Так, скелетон. Уйди, пожалуйста, отсюда.
я два. Так, нужно будет, чтобы вы... Да. Все. Да, еще забыл повторить. Мы, конечно же, будем эту серию продолжать позже, потому что мне еще нужно много механизмов построить. Ну, не так, чтобы много, но да. Нужно. Все-таки. Так, хорош. Хорош, хорош. Включил. Выключил. Включил, лестница появилась, зашел, выключил, лестницы нет. Все просто офигенно. Еще можно кое-что сделать. Знаешь что? Что-ничто. Что-ничто. Ну да. Что-ничто. Ой, здесь такое большое окно будет. Вообще. Небольшое. Не небольшое. Короче, нормально. Ну я понял. Не небольшое окно. У меня уже зарядка стоит. Один. Нормально. Все. Теперь здесь можно так делать, чтобы вот и блоки сдвигались. Вот такой вот у меня механизм, да. Да, я построение вообще на бас, по-моему. Да, и что у тебя там не получается? Или, скорее Нормально всего, все. Получается? Нормально все. Да. Сюда поршень, я уже сюда вот так вот, поршень. Симметричнее будет немножко. Ага. Фак. Запутался с боками. Вот. Что ты там запутался с блоком? Теперь симметрично. Да не, я просто... Вот еще. Я просто стекло вместо древесины поставил. Понятно. Вместо досок, точнее. Я понял. А? Нужно поставить сюда и потом... Блин. Сюда. Сюда. Так еще симметричнее. Ого. Один, да, другой нет. Нет, не работает. А сейчас? Сейчас. А ну-ка, проверим. Вот, например, у нас ничего нет. Теперь есть. Понял, в чем проблема. У меня тут какой-то сбой произошел. Так. Ну что, пока продолжим в следующей серии сразу же, потому что серия уже затянулась. Ну что ж, продолжение следует.